Unter dem Strich ein verdienter Sieg. Бесспорно заслуженная победа. Команда заслужила победу. Auch wenn er natürlich glücklich ist, wenn du ihn kurz vor Schluss erzielst. Хотя можно сказать, что в какой-то мере повезло, потому что забили гол победный за несколько секунд до финального свистка. Wir wollten unbedingt einen Konterrückstand vermeiden. Мы очень сильно следили за тем, чтобы не дать сопернику шанс убежать на контратаке. Следили за этим очень строго. Und zu dem Zeitpunkt war es dann doppelt schwer, als wir in Rückstand waren. И тем более игра получилась очень сложной, и поэтому вдвойне сложнее было вернуться в игру, когда мы проигрывали в счете, и после 1-0 мы все-таки добились победы. Die Mannschaft hat dann alles investiert, um den Sieg einzufahren. Сегодня команда полностью инвестировала все, что у нее была, всю энергию отдала для того, чтобы в конечном итоге добиться победы. Darum großes Kompliment an unser Team. Поэтому я от своего лица могу сделать большой комплимент своей команде. Команда приехала в день матча, повлияло это как-то на ход игры? Обычно все-таки команда приезжает. Normalerweise kommt hier, trifft die Mannschaft einen Tag zuvor zum Spiel. Wir sind am Spieltag angetroffen, ob das beeindruckt hat. Unsere Vorbereitung, Präparation oder ja, Art und Weise. Deswegen hatten wir Kraft bis zur 95. Minute. Deswegen hatten wir Kraft поэтому, bis может быть, поэтому, может быть, и мы до последней минуты не могли решить игру. Wir haben so viele Spiele aktuell. У нас столько много игр в календаре, ja. График настолько плотный. Und in Deutschland und in anderen Spitzenligen. Допустим, как в Германии, либо в других топовых чемпионатах стран. Ist es oft üblich, dass man am Spieltag anreist. Есть такая практика, что из-за плотного графика в топовых лигах Европы и мира команда часто приезжает в день игры. Damit man nicht so viel Zeit langweilig im Hotel verbringt. Для того, чтобы команда не скучала, не ходила по отелю, а именно сконцентрированно приехала на игру и сделала свою работу. Много было молодых футболистов в заявке на игру. Насколько тяжело варьировать составом, когда в составе большое число не хватает большого числа футболистов основной. Es war so viele Neuzugänge gespielt und junge Spieler im Kader. Ob es diese große Rotation, ob es beeinflusst hat, dass sie nicht alle Spieler, erfahrenen Spieler vom Stammkader ins Spiel einsetzen können. Vom ersten Tag an, seitdem ich hier bin, с первого дня, как я приступил к работе в Локомотиве, haben wir mit gewissen Personalproblemen zu kämpfen. Мы знали, что у нас будут проблемы с наличием игроков. Aber ich muss sagen, alle Spieler, die einspringen und Positionen auffüllen. Но я могу сказать, что любой игрок, который вступает в игру и занимает позицию заменившегося игрока, machen es wirklich gut. Они это хорошо делают, хорошо играют. Aber wir müssen da einfach auch das eine oder andere berücksichtigen, dass wir manchmal nicht in der idealen Besetzung spielen. Но нам надо это тоже учитывать, потому что часто получается так, что мы не можем в идеальном составе игроков играть, поэтому это реалии спортивной жизни, и это нам надо иметь в виду. Сильно сказалось на атакующем потенциале Локомотива отсутствие Смолова. Der Ausfall von Smolov hat unsere Offensive beeindruckt. Das Spiel in der Offensive, sein Ausfall. Jede Mannschaft würde Smolov vermissen. Я думаю, любая команда бы почувствовала отсутствие Смолова на поле. Und wir natürlich insbesondere auch. И особенно Локомотив. Сегодня была одержана волевая победа. Можете ли вы сказать, что Локомотив это команда с характером? Das war ein verdienter Sieg. Können Sie sagen, dass die Lokomotive eine Mannschaft mit Kämpfergeist, mit Charakter ist? Das, was ich von meiner Mannschaft bisher kennengelernt habe. Это то, что я, как это сказать, это то, что до сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента команда мне и показывает. Именно такую команду я и принял. Ist wirklich nur mit Lob zu versehen. Я единственное, это у меня слова похвалы в адрес игроков Локомотива. Zeitweise hat den Anschein eines Handballspiels gehabt. Иногда мне иногда казалось, что игра моментами походила на гандбол, похоже. Und der Gegner hat unglaublich gut verteidigt. Я могу сделать такой комплимент, что сегодня команда Нижний Новгород очень хорошо играла в обороне. Es waren nur ganz wenig Räume für uns da. У нас практически не было свободных пространств. Und da tut sich jede Mannschaft schwer. И отсутствие свободных пространств она осложняет жизнь наступательный футбол любой Deswegen команде. Комплимент an den Gegner für die Organisation. Поэтому я сделаю еще один комплимент команде Нижний Новгород за великолепную организацию игры в обороне.